Всем привет! Друзья, если вы любите баклажаны, то этот рецепт именно для вас. Сегодня я приготовлю ароматные, нежные и очень вкусные баклажаны на закуску. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Не забываем ставить лайки и подписаться на канал. Ну а теперь начнем готовить. Для начала баклажаны нарезаю кружочками толщиной приблизительно 1-1,5 см. Нарезанные баклажаны поперчу, посолю, все хорошо перемешаю и оставляю их на минут 10. В сковородку я налила растительное масло, оно у меня уже хорошо нагрелось. Баклажаны обваливаю в муке, выкладываю на сковородку. И буду их обжаривать на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. И буду их обжаривать на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. Обжаренные баклажаны выкладываю на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. Баклажаны я обжарила, пока их оставляю, пусть остывают. А сейчас займусь приготовлением намазки. Для начала сладкий перец мелко нарезаю. Для рецепта желательно использовать яркий перец, красный, оранжевый. Так закуска получится не только вкусной, но и красивой. Нарезанный перец я переложила в миску. Сюда же на мелкой терке натираю сыр и чеснок. Сюда же добавляю мелко нарезанный свежий укроп. Все немного посолю. Добавлю черный молотый перец. Добавляю сметанку и все хорошо перемешиваю. Вкуснейшая намазка готова. Выкладываю ее сверху на баклажаны. Баклажаны сверху украшаю петрушкой. Ну вот и все, друзья. Баклажаны на закуску готовы. Вот такая получилась аппетитная, красивая и очень вкусная закуска. Такую закуску можно приготовить как на праздничный стол, так и в обычный день и порадовать себя чем-то вкусненьким. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления баклажанов и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!